День добрый, друзья. Вот и пришли мои наушнички свеновские. Так, что у нас тут за модель такая? 860 МВ. Люблю я Свен. Свен довольно интересная такая компания. Не из дорогих, но довольно качественная. Прошлые наушнички у меня были Свен 960-е. Сейчас глянем, кстати. Вот они у меня тут лежат. Так, что тут написано на тебе, дорогой мой товарищ? А, 910 МВ. Тоже с микрофончиком. Но микрофончик на шнурке. Вот такой вот шнурочек. Прослужили они мне 5 лет. Поэтому вот я доверяю такой компании. Так вот в пластике они были. Но, к сожалению, ушко у меня одно оборвалось. И вот я себе приобрел вот такие вот новые наушники. Чем они хороши? Первая неоспоримая их, конечно же, черта – это цена. Вылазь ты! Эх. О, вылез. Так, что у нас тут есть? Здесь у нас вот такая вот маленькая табличка с характеристиками. Ну, если вы понимаете, это, в принципе, стандартные такие наушники с дешевого сектора, самого минимального. Поэтому характеристики там примерно у них всех одинаковые. Там чувствительность немножко отличается. Так, что у нас тут? Тут у нас микрофончик все-таки отдельно. Были у меня раньше такие наушники с отдельным микрофоном. Ну, честно говоря, на шнуре удобней. Так, значит, здесь у нас не пластмасса, а такое что-то типа материала. Или я бы сказал, может быть, кожзама. Да, тоненький такой кожзам. Дешевенький. Проблема также моих старых наушников 910-х была в том, что ушко у них было маленькое, оно давило. Видите, здесь ухо побольше сделали. Посмотрим, как оно будет. Я отзыв обязательно об этом напишу потом в комментариях. Также вот эта часть снималась и задиралась очень часто. То есть отпадал, получается, вот этот материал с подшивочкой, с, я не знаю, с этим кожзамом. И тут он лущился, соответственно, и тоже рассыпался. Ну, посмотрим, как будут эти наушники себя вести. Я понимаю, что у них гарантия там полгода, то есть за полгода ты должен их поменять, бо цена у них копеечная. Я купил эти за 159 гривен. Курс у нас гривны сейчас к доллару 1,25. То есть, как вы понимаете, это там сколько получается, то есть какие-то копеечки, да? То есть даже нет 10 долларов, то есть там долларов 8, наверное, да? 7-8. Звук мы протестируем, конечно же, микрофона. Я сравню его со старым микрофоном. Микрофон у меня не помер. И сравню, у меня есть микрофон на камере, который более качественный, на который я пишу звук. Ну, стандартные два штекера, оба стерео, хотя микрофон моно, 100% моно. Надо сейчас, кстати, в инструкции посмотреть. Вот такой вот регулятор, который довольно часто на таких моделях заедает. Еще одна проблема таких моделей, это в том, что у них шнурки внутри очень тоненькие. Сами кабелечки, вот эти вот, которые здесь проходят, вот, кстати, он у меня и порвался, то есть буквально немножко дернул, и все. И он рассыпается. Они там такие, ну, как волосинка, наверное, 0,04, там, я не знаю, то есть какие-то микрометры. Поэтому с ними надо довольно-таки аккуратно. Вот такая у него комплектность, то есть наушники одна штука, инструкция одна штука и гарантийный талон одна штука. В гарантийном талоне я нашел, обманул я вас, друзья. Значит, здесь у нас написано 24 на ДБЖ, не знаю, что это такое. Динамики, наверное, да, динамик, скорее всего. И 12 месяцев гарантия на сами наушники, то есть я вам говорил 6, 12, лучше. Это явно лучше. Магазины наши, как обычно, не заполняют такие гарантийные талоны. Это они заполняются, я так понимаю, при ремонте. Но такие вещи, это у нас редкий ремонт. Честно говоря, вряд ли его кто-то будет делать. Скорее всего, найдут причину, почему его не делать. Ну, по крайней мере, я не обращался. В гарантийный срок у меня еще ни одни наушники не летели. Хотя это, наверное, уже пятые наушники. За всю мою историю с 2000 года это получается, не, наверное, четвертые, да. Четвертые наушнички.
Кому интересно, вот по Алло на Мусоргского 24 есть вот такой вот мобильный номер. Это Киевстар. Как вы знаете, на их сайте там есть или 0800 бесплатный номер, или почему-то 066. Если вы проживаете в Кривом Роге, вы понимаете, что тут все телефоны в основном киевстаровские. Ну вот такой вот номер я нашел. Очень удобно. Обращайтесь. У них, почему рекомендую туда обращаться, у них я сравнивал с Comfy, сравнивал с Foxtrot'ом, то вот наушники, такая позиция, как наушники любого там формата, то дешевле, ну, процентов где-то на 10, на 15. Друзья мои, значит, самый такой для меня критичный параметр в наушниках – это длина его шнурка. Вот 2 метра 12 сантиметров я намерил. Это до края самого наушника и от, получается, конца штекера. Вот такая вот длина. То есть я метр сразу прикинул, и вот еще метр 12 дополнительно. Вот такой вот шнурочек. От самого кончика, от вот этого я мерил. То есть, ну, это не шнура, это вместе с штекером. Очень, кстати, удобно. На самом сайте Алло не написана его длина, а на сторонних сайтах я нашел длину 2 метра этих наушников. Очень неплохая длина для стационарного компьютера. Но сейчас пошла мода такая для планшетов, для ноутбуков, там полметровые, там 80 сантиметров. Для меня это никак не подходит. Вот еще по шнурку разница. Видите, тут шнурок такой, он как в чулочке. Такой толстая такая нитка жесткая в чулке. Это, я считаю, лучше. Это старшая модель 910-го. А у этих она как пластмассовая. Обычная такая пластмасса. Как он, каучук или как он там называется. То есть обычная пластмасса, она как бы не такая стойкая к изгибам, там, к разворотам различным, к дерганиям. Ну, то есть посмотрим все-таки по долговечности, какая будет из моделей более долговечная. Этим 5 лет, я ими очень доволен. Отличные наушнички. Видите, тут были меховые такие на уши. И здесь тоже мех. А тут у нас, как я уже говорил, дермантин. Что ж, друзья мои, протестируем звук. Вот сейчас они на мне и расположены, скажем так, где-то на уровне микрофон носа. Пользуюсь я программкой вот такой вот Mavi Screen. И, к сожалению, опции посмотреть невозможно. Я установил 44 кГц. Это стерео 16 бит. Но, к сожалению, слетает сюда настроечка в 11 кГц. И в 11, сколько там, 11, по-моему, бит. Так, значит, это они на мне. Сейчас посмотрим чуть дальше от меня. Сейчас они где-то на расстоянии микрофон от меня. Ну, соответственно, наушники на расстоянии 30-40 сантиметров передо мной. Сейчас микрофон от меня слева на расстоянии где-то 30-40 сантиметров. В данный момент микрофон от меня справа, это сантиметров 30-40. Микрофон сверху моей головы на 30-40 сантиметров. Вот такой вот звук. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Микрофон сзади моей головы, прямо за головой, примерно на 5 сантиметров. Вот такой вот получается звук. Вот я говорю прямо-прямо в микрофон возле рта. Вот такой вот звук получается, если вам, конечно же, слышно его. Мои драйвера — это Realtek AC97, встроенная звуковая карточка. Обычный вход, сколько там, 3,5, по-моему, да, пину называется, стерео вход. Так, выключаем микрофон. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот опять мы включили микрофон. Давайте попробуем с усилителем. Так, включил я усилитель. Раз, два, три, раз, два, три. Вот так он звучит с усилителем. Вот так, соответственно, он звучит без усиления. Надеюсь, это настроечки вступают в силу сразу же. Давайте послушаем тишину. Хотя тишина, конечно, тут, скажем так, не слишком тихая. Но все же, за окном какие-то машины ездят. Тишина. Вот такая вот тишина. Слышно, как системник работает. Ну, посмотрим, увидим, как оно и будет. Давайте протестируем теперь звук с другого источника. Это моя камера Microsoft 5000. Вот такая вот. Давайте теперь протестируем звук с моей камеры. Это
Live.com, тысячка Microsoft, фирма-производитель. Она находится от меня, ну, примерно, наверное, сантиметров 40 впереди. Звук вот такой вот. Это средняя мощность, примерно такая же, как я записывал на наушниках. Я слева от нее, примерно на 40 сантиметрах. Я сверху от нее. Можно послушать нашу тишину. Давайте немножко послушаем, посмотрим, как будет звук передаваться. Усиления у этой камеры нету. Так что вот такое вот сравнение. Если нужно более подробное сравнение, я его делал, когда делал обзор на микрофон, который я покупал, Trust, по-моему, 200-й. Можно посмотреть, я ссылочку вам оставлю. Что ж, надеюсь, я вам помог, друзья. Удачи вам в ваших новых покупках. Еще, друзья, что я заметил, если микрофон не используете, нажмите кнопочку «Выключить». Есть маленький такой шорох какой-то, ну, в принципе, если в тишине сидеть, то он немного раздражает. Он не постоянный, но такой периодически возникающий. Это какая-то наводочка, наверное, от ушек идет. И если вы штекер шевелите туда-сюда часто, то, в принципе, вот этот шорох то появляется, то исчезает. Это, наверное, связано еще с качеством кабелей. Еще что я заметил, часик-полтора пописал в этих наушниках, послушая звук. Уши в нем, честно говоря, парятся, то есть потеют они сильнее, чем в старых моих 910-х ВМ. Но выбор всегда за вами, так что выбирайте. Что ж, друзья, маленькие выводы с нашего теста, какие вот я просмотрел видео и прослушал то, что я записывал. Значит, смотрите, этот микрофон, да, меня удивил, очень даже он классный по сравнению с тем, который был на 910-м, может быть, из-за того, что те наушники были довольно старые. До того, как я начал писать YouTube, им уже года 3-4 было. А в камера есть фон определенный, пишет. Здесь я фона этого почти не слышу. Но микрофон пишет намного тише, чем камера, но зато он располагается ближе, удобно. Но расположение такое микрофона, это все ахи, вздохи слышно, как бы тоже не очень хорошо. Так что выбирайте, в принципе, для эконом-класса, для такого дешевого класса, я считаю этот микрофон просто, ну, превосходный, не знаю, Свен, мне фирма это очень нравится. Кому интересно, расскажу про Алло и то, как я заказывал эти наушники, может быть, вам будет интересно, если вы живете в Крём Роге. Кстати, кому нужен микрофон Trust 200, который в прошлый раз я обзор делал, ссылочку на него я оставлю, я могу вам его продать или подарить, приедьте, заберите, то есть микрофон никчемный, честно говоря. Друзья мои подписчики, если вы живете в Крём Роге и у вас нету микрофона, вот я могу вам подарить этот Trust, который я делал обзор, этот МК-1200. Я его не использую, я его купил, в принципе он у меня просто валяется, он мне ни к чему, у меня сейчас есть два микрофона, так что приезжайте, напишите мне комментарий, приезжайте, забирайте, совершенно бесплатно, пользуйтесь, я думаю, он вам пригодится. Микрофон хороший, но видео писать, конечно, фон очень серьезный. Счастливо, друзья! Спасибо, что смотрите. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам!